А вы знали, что после отставки военного пса может взяться самая обычная семья? Эй, Пикси, это твой новый большой брат. Теперь он будет жить с нами. Ух ты, новый большой брат. Меня зовут Пикси. А как тебя зовут? Брутус. А? Какое милое имя. Мы станем самыми лучшими друзьями. Ты такой маленький и слабый. Тебя сможет обидеть даже белка. Думаю, что мне придется взять тебя под свою защиту. Я тебя тоже люблю. Вот моя кровать. Но ты можешь спать в ней тоже, пока у тебя своей не будет. Спасибо. А вот эта часть дома супер-пупер опасна. Если упадешь, будет очень больно. Оу, спасибо за предупреждение. Это Рандал енот. Он енот. Очень сердитый. Однажды я спросила, не хочет ли он поиграть, а он сказал оставить его в покое или он укусит меня. Тебе лучше держаться от него подальше. Отличная идея, Пикси. А то вдруг он мой уродливый полосатый хвост откусит. Точно. Подожди, но у тебя ведь нет полос на хвосте.